про геев в Чечне. Внимание. Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане. В то время как мы завершаем этот период неустанной войны, мы открываем новую эру неустанной дипломатии. Использование силы нашей помощи в целях развития для инвестирования в новые способы подъема уровня жизни людей во всем мире. Защищая демократию, доказывая, что независимо от того, насколько сложны проблемы, с которыми вы столкнетесь, правительство, создаваемое людьми и для людей, по-прежнему является лучшим способом оказания помощи всему нашему народу. Мы все должны защищать права ЛГБТ, чтобы они могли жить и любить открыто, без страха, будь то Камерун, Чечня или где-либо еще. Будущее будет принадлежать тем, кто признает человеческое достоинство, а не попирает его. Будущее будет принадлежать тем, кто раскрывает потенциал людей, а не тем, кто его сдерживает. Будущее будет принадлежать тем, кто дает своему народу возможность жить свободно, а не тем, кто пытается задушить свой народ железной рукой. Авторитарные лидеры могут утверждать, что эра демократии завершена. Они ошибаются. Правда в том, что следы демократии можно найти абсолютно везде. Она живет в активистах, которые борются с коррупцией, защитниках прав человека, журналистах, мирных протестующих, на передовой этой борьбы в Белоруссии, Бирме, Сирии, Кубе, Венесуэле. Она живет среди гордых молдаван, которые помогли одержать убедительную победу демократическим силам, получив мандат на борьбу со взяточничеством и построение более инклюзивной экономики.